Сотрудник управляющей компании МУБ «Жилищный Трест» надевает каску и обязательно страховочный пояс. Сегодня предстоят работы на крыше дома номер 3 на улице Вокзальной. Тихо, тихо! Не спеши! Из-за резких перепадов температуры и обильных снегопадов крыши этих пятиэтажек засыпаны снегом и покрыты наледью с образованием сосулек. Уборку, по словам руководителя компании, здесь производят ежедневно. Скатные кровли требуют особо пристального внимания, остальные же чистят по мере накопления снега. Всего в ведении жилищного треста 61 дом. Это 8 домов у нас со скатными кровлями находятся здесь на улице Вокзальной. Каждый день мы их чистим. Вся кровля достаточно ветхая у нас, поэтому ребята работают аккуратно, стараются как можно меньше приносить повреждений кровельному покрытию. Весной, при наступлении положительных температур, вся кровля будет отремонтирована в рабочем порядке. Работают альпинисты и кровельщики. Бригада состоит из 3 человек. Один с земли координирует действия и следит за безопасностью прохожих. 2 на кровле. Технологии с начала века не изменились. Шансовым инструментом сбивают наледь. За производимыми работами активно следят жители дома. Это самый требовательный и беспристрастный контроль.